Всем привет! Недавно ко мне в руки попал вот такой сборник на 5 компакт-дисках известного фольклориста, собирателя еврейского музыкального фольклора Моисея Береговского. Это как бы факсимильное издание его рукописей. Прекрасно, спасибо за это издательство «Дух и литера». И вот в третьем томе, в нотном разделе, я нашел одну интересную мелодию, и я хотел бы вам ее наиграть, с вами поделиться. Как пишет автор, здесь, в этом разделе, собраны музыкальные произведения, исполнявшиеся на свадьбах, при встрече провода гостей, при обряде усиживания невесты, при обряде шествия к венцу и обратно за столом и прочее. И вот, значит, идут несколько добрый день, добра ночь, потом мазал тов, добра ночь. И вот здесь такая интересная мелодия. Сейчас вот где-то она мне бросилась в глаза. Гейнфайн и мазл тов. Вот я вам ее хотел наиграть.